Всем привет! Сегодня я хочу показать, как мы можем разместить на нашем головном уборе такой декоративный элемент, как маг. Это условное название, которым я буду называть сегодняшнюю свою модель. И я недаром выбрала красный цвет, потому что настали холода и хочется добавить каких-то ярких акцентов к своему образу. Эту модель я покажу, как повязать на короткие или тонкие волосы, как ее можно повязать на длинные волосы, а также на всевозможные каркасы, которые я представляю в своем видеоблоге. Я сложила свой шарфик пополам, вот, и на верхушечке я беру резиночку, желательно в цвет нашего шарфика, и вот таким способом затягиваю. Это будет наш маг. Теперь ткань вытаскиваю так, чтобы она была однослойная. Сейчас это многослойный просто пучок, и мне нужно его вытащить, образуя вот так вот маг. Так, мой маг готов. Теперь два конца шарфика я накладываю друг на друга. Вот они. Вот таким способом, чтобы они образовали как бы одно полотно. Вот. И это полотно сейчас оно будет обнимать нашу голову. В варианте повязания мака на короткие волосы есть несколько возможностей оформления затылка. Как еще можно оформить затылок для этой модели, вы можете подсмотреть в моем видео про повязание банта, ссылку на которое я оставляю в описании к видео и в информации. Так как у меня нет собственного пучка волос, чтобы показать вам, как мы можем повязывать этот вариант на длинные волосы, я использую каркас, который я называю каркас 1 в своем блоге, для того, чтобы сымитировать дульку из естественных волос. Если ваша резиночка точь-в-точь такого же цвета, как и ваш шарфик, то, в принципе, это уже готовый убор для того, чтобы использовать его под пальто. Просто... Я хочу вам напомнить, что варианты с очень объемными головными уборами хороши для тех, у кого крупные черты лица, например, крупный носик или крупные губы, потому что объем на уборе уравновешивает крупные черты лица и как бы забирает на себя основной акцент. Поэтому оформление дульки после использования волюмайзера или второго каркаса – это очень хороший вариант для такого случая, потому что получается очень объемный затылок. И смотрите, почему. У нас тут, в принципе, и так достаточный объем. И чтобы не оставлять этот хвостик, а как-то его оформить, мы снова делаем из ткани одно полотно, собираем ткань в одно полотно и набрасываем его на дульку. Вот таким способом. Но так как концы нам нужно будет спрятать,
Сразу подворачиваю концы внутрь, чтобы их не было видно. Так. И вот этот хвостик равномерно распределю внутри. То есть у нас сейчас получается вот такой карманчик. Я в него прячу ткань. Я примерила. То есть за счет этой ткани у нас увеличивается объем затылка. Убор получается очень объемным. Кстати, таким же образом вы можете увеличить объем своей собственной дульки, если вы делаете просто на длинные волосы. А вот здесь у нас получается, мы собираем ткань таким способом и будем использовать булавочки для того, чтобы зафиксировать ткань на голове. Я, значит, подлажу булавочкой под ткань, чтобы спрятать сразу, чтобы головка ее сразу спряталась. И скрыто фиксирую ткань таким способом, чтобы булавочка не выглядывала. То же самое делаю следующей булавочкой. Так, при такой фиксации ткани выходит невероятно объемный головной убор. Я вам его демонстрирую. Все размеры я укажу в описании к видео своих шарфиков.